поэтому самого наилучшего на нашем канале каждый день. Добрый день, меня зовут Олег, снимает Лора. Соня в соседней комнате, потому что уже предвкушает дорогу. Да, мы прощаемся с Крымом. Прошли 17 дней очень быстро здесь. Обычно в таких случаях возникает: вот отпуск заканчивается, все так грустно. В нашем случае это не так, потому что у нас отпуск только продолжается, хотел сказать, начинается. Сегодня мы едем в Краснодар. Это наша такая промежуточная остановка перед Кисловодском. Перед Кисловодском. Да, дорогие друзья. То, что все так хотели, все свершилось. Мы едем в Кисловодск. И пусть некоторые нас называют старыми ретроградами, но мы любим это место, и мы поедем туда обязательно. Мы едем восстанавливаться, витаминки, да. Легкие. Все равно витаминки, такое. Все равно легкие. Да. Уже, конечно, все намного лучше. В Краснодаре покажем, надеюсь, парк Галицкого в этот раз. В Краснодаре, я надеюсь, мы много чего интересного покажем. Что не успели. Точнее, не смогли в прошлый раз из-за погоды. Ну что, мы приехали в Краснодар, заселились в нашу уютную квартиру. Так нам гостиница вчера отказала в заселении из-за отсутствия тестов, сертификатов и так далее. Мы быстренько сняли вот такую светлую, красивую квартирку. Здесь на входе гардероб, есть утюг, гладильные принадлежности, сушилка, фен. Стоимость квартиры за сутки всего лишь 3000 рублей, что даже дешевле, чем та гостиница. Есть все комплекты полотенец, все очень чисто. Аккуратно, есть стиральная машина, что тоже приятно. Большая кухня, на кухне диван, который раскладывается, здесь будет спать София. Холодильник, микроволновка, вся необходимая посуда. В принципе, все есть. Балкон, но самое главное в этой квартире, почему мы ее выбрали, это близость парку, который мы покажем вам чуть позже. Ну вот и вид на сам стадион. Как сказала хозяйка квартиры, что вечером здесь очень красивый вид. Есть много парковочных мест. Вот спальня. Как видите, она большая, светлая. Есть телевизор. Кровать большая, удобная. И еще один диванчик, который раскладывается. И также есть кондиционер, что важно, потому что сегодня плюс 35. Ну, вот такая квартирка. Смело могу ее рекомендовать. Да, ребята? Мы направляемся с вами в парк Галицкого, да? Да. Я сейчас правильно назвала? Да. Это стадион футбольного клуба «Краснодар», владельцем которого является практически мой однофамилец. Артём? Арутюнян. Арутюнян. Ну, Галицкий по жене. Ага. Ну, еще в народе называют парк Галицкого. Ну, красиво. Ну, знаешь, мне этот стадион нравится больше, чем Зенит-арена. Я сейчас одну крамольную мысль скажу. Давай. Этот человек построил стадион на свои собственные деньги. Ну да, там была задача своровать. Да. Зенит строили на наши деньги, поэтому задача построить была не самая главная. Мы 15 лет строили. Просто в голову пришла мысль, буквально позавчера мы были, когда в Воронцовском дворце, я сказал, хорошо бы нынешние олигархи и власть поддержащие, которые строят что-то себе, мы могли через 200 лет попасть на экскурсию и восхититься. Но, видите, сейчас я немножко вношу коррекцию. Не обязательно ждать 200 лет. Можно при жизни построить что-то не для себя, а для людей. Чтобы люди ходили, наслаждались и восхищались. Хочу показать, как выполнен вход на стадион. Я не знаю, я никогда не видела, чтобы на территории стадиона росли деревья. И вот вход был оформлен так, как будто бы ты идешь, я не знаю, в театр какой-то, а не на стадион. Правда красиво? Классно. Нравится? Мне кажется, когда идешь, я не так часто был на стадионе, на футболе, но вот так, когда идешь на футбол, можно гордиться своим клубом, своей командой, да, настроение такое. Хочется идти на футбол. Да, да, и да, понятно, да, что там будет безопасно, комфортно, удобно. Здесь вот, я не знаю, так везде или нет. И камера хранения. На входе.
Да. Другой уровень, мне какой-то кажется, космический. Подумано все. Да. Интересно будет почитать. Покажу еще раз территорию. И самое главное, нет табличек, по газонам не ходить, на газонах не лежать. Все так аккуратно, чисто, да. Красиво, слушайте, ну это... У меня даже нет слов, чтобы описать мой восторг. Ну, вот такими местами я прям горжусь. Слушай, даже фруктовые деревья есть. Вот. Это персики, да. Я вот хочу сюда приехать лет через 10 и посмотреть, как это будет, когда все деревья вырастут, станут такими высокими, могучими. Великолепно. Я решила не отказывать себе в удовольствии и пройтись по газону пешком. Это так приятно. Идемте. Идемте, это так классно. Казалось бы, вот такое элементарное оформление фасада, а так здорово смотрится. Обязательно покажу вам издалека. Так, тут мои смелые путешественники. Что вы там видите? Здесь столько всего. Картошка растет. Картошка растет? Ой, какое поле. Да, картошка. Да. Впечатляет. Вот тут и скейт-парк организован для тебя. И песочница. Нюра, а вот это магнолия или нет? А вот... А, слушайте, это вот не просто железяки, которые я до этого показывала, а это будет зеленый фасад. Видите, уже в той части начинает обрастать каким-то плещом. А, да, вот оно. Знаешь, как это будет? О, здорово. А здесь ты показала? И здесь я показала. Красота. И там я покажу. Магнолии. Ну, я тебе... Да. Ты говорил об этом. Только что мы их видели в Крыму, а уже здесь. Мне так нравятся вот эти вот зеркальные кубы. Они добавляют такой невесомости, космический какой-то такой... Космической. Космической скости. Но они действительно как будто бы парят деревья. Да, интересно. Не знаю, где это подсмотрено, но классно. Классно смотрится. Что, пойдемте дальше гулять. Прям не терпится все посмотреть. Территории есть песочница, площадка для юных скалолазов, и там вдалеке виднеется скейт-парк. Хорошо организована баскетбольная площадка. То есть молодежи не надо разбивать тротуары на улицах и парапеты. Все продумано и организовано. Классненько. Бассейн в центре парка. И здорово, что здесь тоже можно гулять. О, смотри, здесь прогулочная зона. Обалдеть. Сонька пошла. Ты тоже пошел? Да. Ну пока. А что, это действительно единственный способ пробраться на ту сторону? Не единственный, конечно, но тоже прикольный. Не, ну освежиться летом. Кайф. Хорошая идея. Да. Дети счастливы. И взрослые тоже. Классно. Слушайте, здесь
Не скользко? Водичка теплая. Да. Я представляю, как вечером здесь будет красиво. Мы обязательно посмотрим. Наверное, с такой надеждой. Опа. Ну что, посидим? Посидим. Ой, здесь фонтанчик водопадом сделан. Здорово. Обойди, покупай. Классно. Да. Так здорово и так необычно. Потрясающе. Да это какая-то фантастика. А это случайно не баобаб по центру? Люди с проводами, соединяющие все, похоже на, не знаю, на небо или интернет. Ну вот это я понимаю современное искусство. А не тряпки на полу и разбитые какие-то, не знаю, конструкции. А это не баобаб случайно? И даже вот эти вот... Вот эта вот трава? Она какая-то космическая, обычные зонтики, но это все в сочетании так смотрится волшебно. У меня просто нет слов. Такие футуристические формы везде. Мы еще дошли до одной зоны отдыха, где можно побегать по воде. Дети, конечно, в восторге, из воды не вылезают. Но это, конечно, спасение для такого жаркого города. А здесь еще можно вон подняться наверх. Сонька уже там. Так, сейчас послушаем, что она там увидела. Что там наверху этой спирали? Или ты не ходила? Я не ходила. Вот так. Мы дошли до амфитеатра. Это не амфитеатр. Это амфитеатр, было написано. Амфитеатр, да. Столько необычных форм, которые радуют глаз. Все настолько красиво. Необычно, повторюсь. Посмотрите, как это здорово. Боже. Это какая-то нереальная волшебная сказка. А здесь туалеты. Кстати, если... Здорово. А вот и бонсайчики. Красивые. Все-таки они такие волшебные. Вон дерево, одни стволы. Что очень много зон для отдыха, где можно просто сесть, полежать, отдохнуть. Тут же вот такой ларек розовый, где продают мороженое.
Можно, можно. Я не удержался, позвонил по видеоконференции брату старшему и буквально чуть показал, и он говорит: позитивно то, что сделано для людей. Вот сразу видно, что сделано для людей, чтобы было удобно, приятно, радостно. Вот это, конечно, не вау вот эффект, а да, именно, чтобы ты попал сюда, растворился и нашел себя здесь. Вот это очень. Ну, вот, посмотрите, так просто и так здорово смотрится. Просто розовый павильон с наклейками в виде мороженого. И такое сразу сказочное настроение создается, прям Hello Kitty. И хочется купить это мороженое. Да. Нет, Сонька пошла посмотреть. Я говорю: доченька, хочешь мороженое? Говорит: нет, я хочу посмотреть, как там. Да. Вот как так просто, ну и понятно, что это так сложно было сделать, mm-hmm, чтобы было так просто. Сирень. Ух ты, никогда не видел. А ты уверена, что это сирень? Да, вон какой-то сирень цветет, необычная, высокая. И мы дошли до какого-то необычного строения. Здесь все необычное. Да, ты видела, как необычное. А, это какой-то зеркальный лабиринт, как будто бы. Лора наконец-то захотела белое платье и ежевица. Так. А тут? А тут что? Это озеро. А вот они, рыбки! Мы к ней пришли! Смотрите, сколько их. Меня на пустите, они будем на той же, мы опускаем руки, подаем к рыбам. Мы не можем достать там надо. Здорово. Они прям реально сверкают. Брат, извини, не подумали, мы с собой спиннинг не взяли сюда. Я думаю, здесь был бы хороший улов. Еще одно необычное место. Вот здесь вот качают воду, а оттуда стреляет водой. Немножко такое тоже развлечение. Помнишь, возле озера Кабан? Да. Интерактивный такой парк. Развлечение. Да. Смотри, там вода льется. Тут главное не попасть под раздачу. Но это просто счастье для деток. И для родителей. Так, ну. Вот оно. Пошло. Классно. И здесь тоже рыбки, как здорово. И магнолии. Классно. Счастливый папа. Ты аккуратней, здесь можно попасть под струю воды. Волшебство. Да. А здесь другие рыбки. Только мы решили, что мы все обошли, как мы набрели на еще одно таинственное волшебное местечко. Да. Этот город счастливчик, конечно, что у них есть такая зона отдыха. И неожиданно для себя мы пришли еще к одному фонтану. Конечно, у меня не осталось эмоций для восхищения. Конечно, это замечательно в городе иметь такой парк. Здесь даже взрослые начинают радоваться, как дети. Да, да. А я наверх еще хочу. Здесь еще одна площадка для отдыха. Здесь раз такая тишина.
Здесь, в небольшом уютном кафе напротив парка Галицкого, мы завершаем наш день, нашу прогулку, наше путешествие. Как мне кажется, с очень приятными, смотрю на Соню и на Лору, с очень приятными впечатлениями. А вам понравилось? Надеюсь, вас так же это впечатлило, как и нас. Мы очень рады, довольны. Спасибо большое, что провели этот день с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Благодарим вас за ваши комментарии. Крепкого вам здоровья, пусть каждый ваш день будет добрым, а мы отправимся в путешествие дальше, потому что нас ждет Кисловодск. Консерваторы едут по своим любимым местам. Мы консерваторы, я не знал. Те люди, которые выбирают. Консервы? Да, консервы. Те люди, которые выбирают те места, которые... Да. Хотя у нас для вас будут сюрпризы. Давай, хорошего дня, до свидания.